Принцесса была прекрасная, язык у нее был ужасный. И что в результате? Ее съел людоед. Помните, сколько раз в жизни и вас подводил плохой английский? Собеседования и высокооплачиваемые профессии, путешествия и престижные факультеты. Везде требуется знание языка. А сколько дверей перед вами открылось бы, будь у вас прекрасный иностранный? Жаль, что тогда, в детстве, все это казалось таким скучным. Но теперь многое изменилось. 21 век – это век глобализации. Границы у нас стираются между странами, между культурами границы стираются, происходит обмен. И так сложилось исторически, что основной язык, универсальный язык – это английский. Современные методы изучения в языковых школах совершенно иные. Никаких двоек и домашних заданий. Английский познается легко, незаметно, в игре. Особенно это важно для малышей, у которых именно сейчас развиваются центры мозга, отвечающие за речевую активность. А память очень сильно связана с эмоциями. Поэтому не упускайте время для своих ребятишек, задумайтесь об их будущем. Hello, hello. Can you clap your hands? Can you stretch up high? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say hello? Очень удобно построена работа со школьниками. Комфортный темп занятий, командная и индивидуальная работа, в которую педагоги включают детей через радость участия, интерес. Здесь и игры «Угадай слово», и мяч, и составление предложений. Все, чтобы учеба проходила в дружеской обстановке. Языковая школа, как правило, это вещь такая универсальная и для троечников, и для отличников. То есть каждый найдет здесь свое, потому что группы комплектуем мы по уровню знаний, а не по возрасту учеников. То есть, ну, возраст, конечно, сильно стараемся не мешать, там 1-2 года ребятишки могут смешаться. Зачем мы это делаем? Да потому что кому-то нужно подтянуть просто школьную оценку, и нужно хотя бы ту базу, которая есть, закрепить. А кому-то нужно углубленно, у кого-то талант, у кого-то идет вдохновение. Мне нравится сюда ходить, и у меня тут много друзей. Я хожу почти месяц. Мне нравятся уроки, потому что здесь интересно и понятно рассказывают. Я всегда поднимаю руку, а еще я быстро делаю на уроках в школе английский контрольную. Мне все очень понравилось, здесь красиво объясняют. Здесь группа по 6 человек, и это очень помогает тем, что каждый может ответить. Мы выбирали языковую школу, конечно, прочитали в интернете отзывы о школе, ну и, конечно, чтобы она была и в шаговом доступе к моему ребенку. Ребенок ходит у меня 3-й год в эту языковую школу. Да, я довольна лично тем, как преподают здесь английский язык, потому что непосредственно я тоже сама преподаватель английского языка. Просто так, чтобы мой ребенок не со мной занимался, а с другими людьми, потому что ребенок слушает других людей лучше. Так как она сейчас знает грамматику, это только благодаря еще вот языковой школе. Two names of your favorite characters, maybe not your favorite, from cartoons, films and books. Не стоит забывать о главном – подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Планка заданий очень высокая. Ребенку необходимо хорошо понимать устную и письменную речь, неадаптированные статьи, читать, переводить. Поэтому знаниями одной школьной программы не обойтись. Детям необходимы дополнительные занятия с опытными педагогами, интересные викторины, задания на устную и письменную речь, загадки, поднимающие уровень английского на высоту, необходимую для поступления в престижный вуз. Вот такие уроки я люблю, когда ты не сидишь и смотришь в учебник, и ты, ай, какая тяжелая грамматика. Ты сидишь, у тебя интересная познавательная программа. Педагоги замечательные, очень они интересные, веселые, всегда подкорректируют, помогут тебе. Мне очень понравилось, и почему бы не ходить каждый день на такие веселые занятия? Языковая школа «Оки-Доки» приглашает дошкольников и школьников на занятия английским языком. Квалифицированные опытные педагоги, групповые и индивидуальные уроки, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Изучайте английский язык интересно, подарите большое будущее своему ребенку. Звоните по телефону в Барнауле 577-508.